Здравствуйте, с вами Олегович, вы на канале Олегович Геймс. Мы продолжаем игру Mass Effect Andromeda. Так, это раскопки, о которых нам говорила Пиби. Ух, тут эти гондоны. Так, чё, вроде бы всех убили. Так, вот и патроны взяли. Надо просканировать тут место. О, я понял. That should complete the glyphs, Pathfinder. Так. Ну, давайте сейчас попробуем. Так, сейчас разберемся. Так, тут. Есть, сломал. This must be the piece of Remtek PB needs. Remtek? PB's term. Anytime we come across ruins like this, let's scrounge what we can. I'll deliver this. Так, теперь нам надо бы вот сюда телепортнуться. Странно, что у нас еще уровень не поднимается. Так, окей. Так, давайте посмотрим, что нам тут в первую очередь надо. Активаторы памяти. Давайте сюда. Ага, я понял. Да, я все правильно делаю, сейчас так еду. Ah,
Active remnant, careful. О, это нам нужно. Where did you learn to fight, Jarl? What's your training? From my father. And older brothers. And sisters. And cousins. And my mother's. The resistance isn't an army. It's more than that. What was your rite of passage? I fell in love when I was a young man. Very young. We met on a farm on Aya. She was brilliant. And her eyes were electric. For years I suffered with a broken heart. Так, вроде бы всех перебили. Контейнер. Так, тут какие-то ресурсы были. Так. Боже, я думал, кто-то рычит. Можно продвигаться теперь дальше. Вроде еще кто-то был. О, отлично, уровень поднялся. Сохранились. Вон, вижу, еще какая-то херня там есть. Ага, понял. Рак, when I mentioned the woman who broke my heart, you said you understood. Yeah, I did. Can you tell me why? Did someone break your heart? Hearts. Krogan have four. And I'm not saying shit. I understand completely. Что тут в контейнере? Так, ну вроде всех убили. Так, сооружение тут пустое. Ничего интересного. Хотя атака была довольно серьезной. Таким стадом поломились на нас.
Так, тут вообще ничего нету интересного. Так, я думаю, вот здесь мы как раз и поднимемся наверх. Ага, а лагерь кетов, хорошо. Heads up, looks like a ket construct. Так, сейчас мы его выкурим оттуда. Ай, красавчик. Кстати, у нас уже проблемы с патронами. О. А, вижу. So there's a control center for Ket shuttles on Fold. This message contains a fragmented passcode. If we find more terminals, I can reassemble it. And we can take up the control center. Так, теперь активаторы памяти. Так, нам надо вперед ехать. Nice work. Так, ну вроде все зачистили. Контейнер. Так, хорошо. Так, все, можем возвращаться.
Pathfinder, this location could support an outpost, but the planet is not yet viable. Угу, понял. Перспективности не хватает этой планете. Sam, another memory prompt? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Так, давайте глянем, что у нас тут еще есть интересного. Ага, вот в эту сторону можно спокойно направляться. Хорошо. Надо еще ресурсы все эти выкорчевывать. Тогда у нас будет перспективность минимум 40, я так себе думаю. I am dying, though. Sorry. While back you asked why anyone nearing the end of their life would come all the way out here. I've lived a long time, seen a lot of things. I know I won't see much more. Guess I just want to go out seeing what no Krogan ever has. I respect that. It's an honor to fight by your side, Drac. Feelings mutual. О, у нас гости. Так, еще кто-то остался? Бедолаги там подвисли в воздухе. Перехожу, наверное, на пистолет, пока у нас. Ни хренища нету. Так, что у нас дальше? Камни науки. Да, почему бы нет? Если там не очень холодно. Я заметил только что он. Залкин. Так, дайте гляну, может что-то там нам не нужно будет сейчас. Блять, весь инвентарь полный. Надо бы поскидывать лишники. Дуло, шмула, тяжелый магазин. Убираем нафиг. Первые уровни уже нам не нужны. Так, штурмовая винтовка. А ну-ка давайте глянем на нее. М-м, 101 на 67. Блин, урон у нее получше будет. Скажу я вам честно. Если ее чуть модернизировать еще, в принципе, можно брать. Только надо будет посмотреть, как она стреляет. Окей.
Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Lab support at 100%. Есть, убили. Красопуся. Так, давайте теперь камни эти исследуем. О, и тут еще можно и на машине, в принципе, ехать. An undocumented mineral has been detected, Pathfinder. Ух ты. Целая сеть тут всякой чепухи. Я понял. Я думаю, что где-то здесь этот глиф. Так, давайте попробуем расшифровать. Ага, еще надо. Так, надо найти способ залезть еще на эту херню. Ага, вижу. Приныкали собаки. You should now be able to interface, Pathfinder. Так, походу все. Прикольная пещерка. Так, давайте посмотрим, что тут можно.
нет. Хорош. Так, ну что, вроде всех перебили. Так, ну что ж, по-моему, я сделал все правильно. Боже, чуть не родил ежа. И что за доступ получен? Не знаю, может потом что-то там откроется. Может, надо будет еще тут открыть и тут, и тогда что-то будет известно. Так, ну хорошо, это мы сделали. Давайте тут сохранимся, уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.